Как говорится, здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Руслан, и сегодня мы наконец-то будем играть в Brawl Stars. Ну и сейчас я буду делать то, что я хотел сделать, это логично. Ого, сколько скинов тут можно приобрести. А у меня один гем, ну ладно. И у меня нет ID, ну и ладно. Сегодня мы будем, получается... Ну, естественным образом прокачивать Барли. Ладно, что-то я заговорился, тут уже 35 секунд. Ждем. Только поставил на паузу запись, уже 10 человечков появилось. Классненько. Очень долго я загрузил. А! Стоп, это одиночная? Опа, я слит. Я слит! Блин. Я думал, что это не одиночная. Банки. Вкусные банки. Все любят вкусные банки. Ну, пусть хотя бы две баночки будет. Ёптель-баптель. Витя. Это же Витя. На тебе бутылками в руку. Такс. А вот он, Кольтик наш. А чё все за мной гоняется? У меня две банки, смысл меня вам... А, это ж на киллы, я вспомнил. Ну, шестое место хотя бы занял, это, наверное, плюс один. Нет, минус. Ну, ладно. А, еще минус два, ладно. Я ж не туда зашел. Не туда, вот сюда мне надо. Ну, поехали. Ура! Загрузилась. Ой, загрузилась. Так. О, погнали на центр, гриф. Нет, зараза, уже Эдгар мочит банки. Зараза. Нахер кусается, зараза. Че? Уже? Да как? Игра только началась, у нее уже 4 банки. Да знаете, не ожидал большего, мы всегда слабые. Блин, я сливаю кубки, мне 20 нужно. У нас есть ограбление? Нет ограбления. Нет. Ну погнали на осаду, можем идти. Может быть, мне там повезет? Говорят, что в осаде Барли тоже неплохой перс. Ну, я не знаю сейчас. Как говорится, проверим. Да, странновато какое-то. Вот, все. Блин, я, знаете, я один без гаджета и без звездной силы. Такое чувство, как будто я лох. Лох? Как это? Не выигрывайте без меня. Ну ладно, работайте, я пошел. Ну блин, они без меня хорошо справляются. Давай, я с одной. Ну ладно, я помогу роботам, он как бы робот, логично. Давай, пошли, брат. Я твоя охрана. Робот, я твоя охрана. Ничего. Охрана сдохла. Все. Все. Больше я тебе ничем помочь не могу. Ну смотрите, долбит. Осадную башню хотел сказать. Господи, матерь божья, уйди. Очень страшно. Да. Это Ницца забрала снова болт. А, нет, я. Оп! И накидываем банок. О, не банок, а нет, хотя я прав, это банки. Ни хрена, да он еще, знаете, наверное, давно играет с вот таким вот смайликом. Серьезно. Я этот смайлик видел где-то месяцев 6 назад. Но это недавно играет, наверное. А, вспомнил, это, по-моему, на чемпионате такой был. Я не помню, ребзи. Не закидывайте меня гневными комментами. Я честно, я уже столько не играл в Бравл, я уже все подзабыл. Окей. Все согласились, поехали еще раз. Кажись, я нашел карту, на которую мы будем сегодня прокачивать Барли Аркадьевич. Такс. И еще, у меня практически нет идей для новых видео. Да, может быть, захайпит, и я переформатирую вас. Серьезно, я даже фразу не запомнил. О, ничего себе, я болты подобрал каким-то образом.
это мои. Ах ты зараза, смотри, где Майк? Нет, зараза, я опять, блин, хотел сказать, не взял. Я болт не взял, да, Паша, пошел. Главное, чтобы Барли, господи. Главное, чтобы где... А чё? Как? Я все понимаю, как, конечно, но это как? Это типа топовая команда мира? Ну вот этот дед вообще, наверное, топовый. Дед, ты чё? Дед? Ты чё, метать против метателя? Нифига себе! Да что у вас там? У них там очень мало хп, а они там еще как-то живы. Ну давай. У Фрэнка бомбит? А как мы с 7-м уровнем справляться-то будем, скажите мне? Пожалуй. Давай! Бомби их, я помогу тебе, хотя... Да пошел ты вон, блин. Пошел. Да... О! Я выжил, у меня 30 хп осталось. Бум. Давай, медведь, давай. Долби. Нет, сейчас я же один останусь. А, меня еще убью, давай. Нет! Меня к стенке прижали. Давай, убивай. Да не на, все. А смысл? О. Ага. В щите побежала. Ей-то щит не туда, как говорится, не сюда. Калетка, котлетка. Вкусная, а может быть нет. Так, давай, дед, давай уже. О! Ага, класс. У них 7 болтов, а у нас 2. Класс, вообще зашибенно. Не, мы эту катку сольем. И много кубков потеряем. Сейчас я ультану на вот этот сундук, хотел сказать. Да уйдите вы от меня, ничего я не замышляю. Это шутка, конечно, я все-таки что-то замышляю. Да котлета, у нас что тут отдельная битва, что ли? А, о, спасибо, что меня толкнуло, я могу тебе с дальнего расстояния долбить. Да, очень хорошо. Ну что, еще посмотрим на их реакцию, да? Что, откажутся сразу? Ну, первый пошел, второй пока не хочет. Но я пожалуй, откажусь. Так, значит, осада у нас не работает, да? Так, может быть, нокаут? В нокауте вроде бы... Ну, парень навряд ли, ну, по-моему, метатели там так, нормально. Ну, или это дед, я уже не помню. Ура, наконец-то! Еще карта такая с 8 сезона Бравл Сас. Ну да, господи, смысл, гос, а че, как минус один, а минус два же не, а я за стенку же могу спрятаться, да, уйди, а я один остался, ну тогда убивай. Но это кажется точно хорошим, не кончится, я ставлю злой смайлик. Я стану за стенку, пожалуй. И буду. Вот это давай или приму. Молодец. Шлю у меня там еще. Они ж не узнают, что я в кустах. Так. Одного самого си. Катюшки, я один остался. И вот тут еще два червя. Пошли вон. Все, я сейчас прокибельку пуню нашу компанию. Ах ты ж зараза. Ну я так иду. Блин, что-то сегодня мы не поднимаем кубки на нашем Барле Аркадьевича, а наоборот, их сливаю. Ну, знаете, я всегда на Барле кубки сливаю. Давайте тогда не Барли возьмем, кто у нас. Ну, Шелли, я не хочу. Я вот хотел всегда Гавса прокачивать. Ну, погнали. Где наш парный ШД? Вот оно. Поехали. Да ё-моё, было ж 10. О, осталось на одного чела меньше. Странно очень. Ох ты ж, батюшки. Две банки. Знаете, две банки это для меня уже очень хорошо. Потому что мы хоть кого-нибудь, да, и сможем убить. Это мы маленькие. А вот еще один брокошка, который намерил на себя Наруто. Ох ты, да хватит своими ракетами стрелять, ага. Надумал только, ага. Постреляю у себя в голове этими ракетами, блин. Совсем уже.
На собачку беззащитную. А это вообще, а, это, я хотел сказать, а это вообще кто? Это Джеки. Джеки. Навы. Хлебала, хотел сказать. Точнее, в какой-то мат на букву Е. Да? И знаете, хотел как-то, знаете, у него ж пули рикошетит. А, господи, это атака с Куика. Не, хотя, стоп. Вот, давай. В куст. Там в кусте я видел брёк. Брёка нет, что ли? Рила нет. Ну ладно. Против нас... Господи, это вообще кто такой? Это Скуик. Ё-моё, надо прятаться. Ну тут одна халявная баночка. Хром. Всё. Теперь отдыхаем. Так, сейчас эта вот козявка немножко появится. Вот. А они уже появились. Да не надо. Нет. Саня, не надо. Не попал ни одной пули. Зараза. Пошел вон. Немножко. А! Тиду. А если она пули ко мне попадет? Нет, нельзя. Ха-ха-ха, я просто... Я убегаю просто. Давай, сюда. Не попадешь. Ну не попал! Нет, такой, но не попадешь в том, такой, попал два раза. Получается, уже две его пули могут меня убить. Точнее, две его, не знаю. Липкая бомба, я не знаю. Брок согласен, а я нет. Может, сегодня мы на 1400 кубков добьем, кстати, вот кубок. Можете вступать. Я пока только один. О, господи, да, поехали дальше. Еще одну катку скатаем и заканчиваем видео. Такс. Ой, такс. Окей. Гита, давай, добывай. Ах, я понял их секрет, почему у них так много банок, а у нас мало. Потому что они с центра все берут. Это мое, а не твое. Мне кажется, или в этом есть что... Почему секрет, хотел сказать. А, чайная ложечка. Эритика. Да, убегай. Я хочу Скуика, если честно. Хотя у меня и так были с Гавсом есть. Нафига ты зашла, там же крейсеры. Да. Сколько? Ну, заново давай. Не, ну, конечно, нет. Специально там насмерть пошла и все. И уже отказывается. Ломаем боксики. Да. Спасибо, сломал бокс. Спасибо, Брюк. Не надо мне благодарить. Спасибо. Ничего, Лил. Молодец. А давайте пиписька 228. Слышь, а баночка моя, как бы я первый его увидел. Ну, это вообще... И начал ее долбить. Ага. Семь? Погоди, семь, что ли? Ничего себе. Ничего себе. Ля ты крыса. Так, надо взять хом. Все, я сильнее тебя. Так. Окей. Здесь никого нет. О, господи. О, давай. На. Ля-ля-ля-ля. Ай, да ну, данай. Я закрасил сзади. А говорит, что... Чтобы не крещили. Молодец. Давай. О, господи, а что, столкновили меня? И, типа, всех убили, что ли? Ну, у меня 13 банок. Осторожно. Руслан вас на пушечное мясо может пустить, понимаете? На пушечное мясо. Вот они. Люди, которым надо пойти на пушечное мясо. О, забираем банки. Эй, мальчик. Это Малик, господи, мальчик. Окей. Хорошечно сыграли. Плюс 9 кубачков. Плюс 9 кабачков. Ну вот и все на сегодня. Да, сегодня вот такой видос получился. Такой коротенький. Сравнивать его с игровыми видео.
Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И не забывайте, что котопёс единственный в мире может котопёс. Это новая фраза, напомню. Да. Так что всем покедова. Хвостик вертится туту, хвостик вертится.